Здравствуйте, дорогие зрители. Здравствуйте, Эльмир Мэллим. Добрый день. Сегодня Дага Яхши в нашей передаче гость, доцент Гумбольдтского университета в Берлине, культуролог и композитор Эльмир Мирзоев. Прежде чем начать нашу передачу, я хотел бы, чтобы все подписались бы на наш канал Дага Яхши, поставили бы лайки, это помогает как бы расшариванию нашего контента. Спасибо вам за поддержку, таким образом вы будете поддерживать наш канал. Эльмир, я хочу сегодня с тобой поговорить о том, что происходит в Украине, о некоторых аспектах этой трагедии, которая разыгралась перед глазами всего человечества. Мы живем с тобой в Берлине, и я уверен, что ты тоже очень внимательно наблюдал за очень необычным поведением посла Украины в Германии, господина Мельника, то, как он обращался, используя какие, скажем так, мягко говоря, не дипломатические выражения, да, как бы в отношении самых высших чинов, да, германского правительства, государства. Я хотел бы, чтобы ты вот раскрыл эту тему. Вот как ты считаешь, как, что вот происходило, какая вот была динамика в отношениях между Украиной и Германией, и каким, и как это вот выражалось именно вот в таком очень необычном, да, поведении посла Украины в Германии? Благодарю, благодарю. Что интересный ты вопрос. Дал свою оценку этому, то есть, как ты это видишь, что это? Это даже что-то не политическое, не дипломатическое. Мне кажется, это какой-то уже уровень более высокий искусства или перформанса. Да, вот. Наверное, из этой серии. Прежде всего должен сказать, что, конечно же, в Германии поддержка Украины абсолютно однозначная. Тотальное, то есть общество, народ, разные сегменты общества, конечно же, понимают суть этой проблемы и против вот этой агрессии. Мы были свидетелями во всех городах, да, в буквальном смысле. Берлин, Гамбург, Кёльн, Дюссельдорф, ну, везде развешаны украинские флаги. Слоган «Слава Украине» уже как бы все научились уже как-то даже с украинским акцентом произносить. Это все имеет место быть. Но вот то, чего вы сказали, демарш господина Мельника, особенно в отношении, это одно из самых последних, «Beleidigte Leberwurst». Ну вот по-русски это получается обиженная ливерная колбаса. Это как бы выходящее за уже пределы, да, как бы, да, всяких дипломатических таких норм, политкорректности. То есть это произошло уничтожение политкорректности как понятие. Это я должен как культуролог уже просто констатировать. Это, как Ницше говорил, Gott ist tot, Бог умер, да. Политкорректность умерла, все. Умерла, просто умерла. То есть лично я, например, да, у меня ну, в социальных сетях друзья украинцы, это очень моя большая, ну, такая любимая страна. У меня и сын наполовину украинец, как бы, да, с семьей я связан. Ну и я связан с Украиной и творческими связями. У меня очень хорошие друзья, композитор и дирижер Владимир Унчак, ну, другие очень многие деятели, музыковеды, композиторы, философы, скажем, ну, активисты, ну, много, ну, как бы, да. И как бы я в первые дни, понимая, что экстраординарная ситуация, и люди чрезвычайно эмоционально, вот, как бы, да, вот, переходят всякую грань, вот это все. И я на своей ленте наблюдал, куда едет русский корабль, и, ну, президент России, который вот совершил эту агрессию, разные чины российского истеблишмента, и все они шли вот по одному адресу, который иногда большими буквами, с капслоком, иногда просто, иногда точками, да. Но я это наблюдал, то есть это уже конец, конец, как бы, да, вот эры политкорректности.
Тут мы должны констатировать. Любая война приносит как и ужасы, как и кошмары, трагедии, так и новые смыслы. К сожалению, это так. Вот я долгие годы тому назад, у меня было одно эссе «Тоталитаризм и авангард». Вот там описывалось, как две мировые войны переизменили всю, перелопатили культуру. Культура общения сейчас как бы в Европе тоже изменилась. Почему так происходит? Почему, что вызвало вот такую острую реакцию посла? В общем-то, мы знаем на поверхности деяния господина Шрёдера, Штайнмайера, других лиц немецкого истеблишмента, высоких чинов и нынешних. Осторожность в каких-то моментах, это как бы да, бесит людей, особенно из Украины, кто сейчас вот на таком эмоциональном состоянии, особенно после кошмаров Бучи, Мариуполя, Азовсталя и всего другого. Но я тут попытаюсь побыть в роли адвоката дьявола, если вы разрешите. Какие интересы Германии и какой опыт у Германии вот, как бы, да, в отношениях с Россией? Конечно, у Германии очень-очень тяжелый опыт был. Все понимают, 45-й год, это величайшая трагедия, как бы, да, и для государственности Германии, и для, как бы, да, вот такого сумрачного немецкого духа, который был полностью разбит и, как бы, да, уже десакрализирован. Но у Германии как бы есть и очень позитивный опыт в отношениях с Россией. Вот тут этот очень важный момент надо учитывать, что 30 лет тому назад, ну более чем 30 лет тому назад, произошло объединение Германии. Благодаря чему? Как бы это произошло благодаря реформам в Советском Союзе и лидера того времени, да, Михаила Сергеевича Горбачева, который как бы одобрил это дело, да, падение Германии. Дал свое согласие. Да, ну, в том или ином виде, в любом случае. То, что другие лидеры не хотели. Да, при том, что когда пала вот эта Берлинская стена, о которой на Западе много говорили, много рассуждений было, и когда она спала, скажем так, соседи Германии были встревожены. Я очень хорошо помню реакцию тогдашних, как бы, да, лидеров западного мира. Маргарет Тэтчер, к тому времени она уже была экс, по-моему, да, но все равно она была одной из самых таких, да, ярких фигур этого истеблишмента. Она была против, как бы. Франсуа Миттеран, тогда он дал интервью, не помню, какая газета была, но там очень по-французски иронично, красиво, как бы, да, вот так изысканно было отвечено на вопрос, как он относится к объединению, делу объединения Германии. Он сказал, что мы очень любим наших немецких соседей, очень уважаем их, очень, как бы, да, обожаем хорошие отношения. Мы их настолько любим, что хотим, чтобы у них было не одно государство, а два. Да, ну вот, как бы, да, вот так. Соединенным Штатам это тоже не могло очень так, скажем, да, как бы, да, очень понравиться, потому что после зонтика плана Маршалла, после полной доминации, как бы, да, континентальной Европы, и вдруг происходило вот так, ну, они не могли открыто говорить, что им не нравится падение Берлинской стены. Понимаете, тут непросто, да. И после Горбачева вот этот позитивный такой, позитивный опыт, он продолжился. При правлении Ельцина Колю удалось совершить, как бы, да, завершить дело его жизни. Он как бы смог объединить разрушенную после 45-го года Германию. И вот с Ельциным в переговорах ему удалось очень как-то в быстрых темпах добиться, чтобы русская армия, советская бывшая, да, ну уже тогда русская уже армия, чтобы она подкинула территорию Германии.
Это очень-очень непростое дело, и мы помним свой опыт из Азербайджана. Покойный президент Абульфаз Эльчебей добился вот этого. Ну, в общем-то, блестящий результат был из постсоветских стран, мы совершили это. Но нам, мы поплатились очень тяжелейшей ценой, страна была фактически расчленена, оккупирована, 1/5 часть. Германии же это все не произошло. Германии удалось как бы очень быстро и эффективно избавиться от русских войск. Я помню, на международном фестивале в Дрездене есть такой очень знаменитый центр культуры, искусств, Фешпильхаус Хеллерау. Это рядом с Дрезденом. Сейчас там проводятся большие грандиозные фестивали современной музыки, разные ивенты. А это была бывшая казарма советских войск. Даже в одной стене там сохранен вот как бы, да, плакат такой, советский воин, там, будь там так. То есть это буквально до 1994 года все существовало. Там стояли БТР, советские танки, а сейчас там центр искусств, там, понимаете? То есть это был все позитивный это опыт. Все происходило. Россия позволила Германии объединиться. Да. Между тем, как бы, да, в западной части войска сохранили свое присутствие. Понятно, что под зонтиком НАТО, но в любом случае, то есть как бы с русскими немцам удавалось договориться. И мы видели, что как бы, да, экономически тоже, как бы, да, эти страны как бы были связаны, как бы, да. Ну, если перекинуть вообще назад к наполеоновским войскам, это фактически были союзники тогда, да, как бы, да, как бы. И тут очень-очень глубокие, как бы, да, вот такие связи, глубокие воды, глубокие линии. И как бы я представляю возмущение украинских друзей. То есть неспроста Шрёдер работал и продолжает это работать вообще, на Газпромсе? Это вообще такая фигура, такая, как, он до сих пор продолжает как бы, да, как бы настаивать на своем. И если приглядеться вот ко всему этому, эти структуры очень-очень непростые, и за 30 лет произошли очень большие глобальные просто изменения в континентальной Европе. И это очень действительно... война вообще перелопатила все, и культуру, и политику, и исторические процессы. Я вам скажу, что это действительно какой-то переворот в сознании. То есть по масштабу этот, скажем, я бы сравнил ее с катастрофическим масштабом Первой мировой войны, когда произошел слом вообще сознания. Ну, немцы же начали менять, да, свое и правительство, и общество все-таки начали менять свое отношение и к России, и к Украине, нет? То есть... Безусловно, это безусловно. Хотя Украине, украинцам этого недостаточно, но изменения очень большие произошли и продолжают происходить. Безусловно. На мой взгляд, Германия, как бы, да, одна из самых главных, самых важных стран Европы, континента, которая поддержала Украину во всех смыслах. Мы были свидетелем, да, мы здесь живем, мы были на вокзале главном, когда прибывали беженцы, люди, которые вынуждены были покинуть Украину. Как люди старались на уровне общества, да, политики делали заявления, как бы, да, и однозначно, в буквальном смысле, эта поддержка происходила, но мы должны понимать, что у всех стран в этом контексте есть... В любом случае, при любом раскладе есть свои национальные интересы. Как и что касается и нашей страны, как Азербайджан и вообще всего Кавказа. В отношении Грузии ведь почти так же. Ну, вот, я хотел бы к Азербайджану попозже прийти, да, но мне, знаешь, что интересно, вот я всем всегда задаю этот вопрос, как ты считаешь,
Эту войну возможно было предотвратить. То есть ты помнишь, в прошлом году, то есть Путин написал такую статью про то, что, ну, фактически, что Украина и украинцы и русские — это один народ. Помню эту статью. И там они требовали. Я с украинскими экспертами об этом спрашивал, и у них, ну, такое твердое такое мнение, что невозможно было бы, то есть что бы Украина ни сделала бы, да, то есть без захвата Украины, без, то есть, ну, то есть это настолько как бы глубоко сидело, да, в определенных, не знаю, видениях, да, государства, государственности в самой России, что этот, ну, конфликт был где-то неизбежен. То есть его, может быть, можно было бы предотвратить, если там, не знаю, НАТО, западные державы так сильно и активно поддерживали бы Украину с самого начала, чего не было, правильно, в начале. То есть в смысле, как бы, в том, чтобы удовлетворить какие-то аппетиты Путина, России, пойти на какие-то компромиссы, то есть это все не помогло бы. Как ты считаешь, то есть вот именно вопрос... Вот эта война Украины с Россией, это можно было ее избежать? Являются ли украинцы и русские все-таки одним народом, или это абсолютно две разные цивилизации? Если ретроспективно посмотреть на эти все процессы, не с сегодняшнего дня, допустим, перекинуться назад на 30 лет назад, на 15-20 лет тому назад, оттуда посмотреть, тогда станет ясно, что этот конфликт невозможно было предотвратить. Никак. Я вот в начале беседы упомянул моего друга Владимир Рунчак, композитор и дирижер из Украины. Он, кстати, приедет в Берлин, у него будет концерт здесь. Я помню наш разговор с ним в Баку в 2007 году, когда вообще еще не было Грузии, еще не было августа 2008 года. Мюнхенская речь только-только произошла, только-только. Ну, да, все встревожились, ну, подумали, ладно, ну, сказал, в общем. Я помню наш разговор, когда он мне сказал, что Эльмир, это будет обязательно, они нападут на нас. Они просто не принимают, не воспринимают нас как вообще страну. Азербайджан — это другое дело, это его слова, я цитирую, ну, примерно, как помню. Вы другие, все-таки из другой, как бы, да, другая цивилизационная ветвь. А нас они не воспринимают ни за отдельный народ, ни за страну. И вообще это невозможно будет предотвратить военный конфликт. Я тогда удивился. Я как бы, ну, ездил в Украину, я видел, как бы, да, в Киеве по-русски говорят. Как бы, ну, ничего такого. Милая страна очень. Все мы любили всегда и сейчас любим Украину. Я сказал: Володя, ну ты утрируешь мне. Все-таки, как бы, да, мы-то помним русскую армию 20 января в Баку, Ходжалы, мы все помним. Но все-таки Украина — это, ну, очень, как бы, да, такой близкий народ, как бы, да, этнический. Там, и армия откажется, это мои слова были, что армия откажется просто выполнить такой приказ, и ни один, как бы, да, умный, сознательный политик на это не пойдет. Да и зачем идти? Украина же, как бы... Он сказал: нет, вот увидишь, поживем, вот увидишь. И, к сожалению, это страшные, эти страшные слова, они подтвердились. Этот конфликт был неизбежен. Сейчас мы можем это констатировать. К сожалению, это так. Касательно статьи Путина, мы все читали ее внимательно. Понятно, что это полный вздор, извините, да. Я тоже перехожу в политкорректность немножко. Это очень-очень, несмотря на этническую, как бы, да, близость, как бы, да, славянские две страны, это все-таки очень-очень разные цивилизации, очень разные культуры, украинская и русская. В чем, как бы, да, для нашего зрителя, вот, как бы, да, люди, которые, как бы, да, говорят, что, ну, а что? В Азербайджане, кстати, тоже многие говорят, а что у нас говорят? Бир миллят, ки дёвлят. Есть, да, такое выражение, да, романтическое такое выражение. А у них то же самое. А почему нет? Как бы, да? Вот тут очень важный момент, цивилизационный стык. У украинцев никогда не было царя.
не было царя. Украинский как бы народ, он, у него совершенно другая культура. Это украинская вольница всегда существовала между двумя большими империями, да, Московия и Речь Посполития. Хотя саму Речь Посполитию характеризовать как сугубо империю, это как бы республика Речь Посполития в переводе. Но в любом случае, как сейчас говорят, там были большие вертикали. Вот такой вертикали в украинском обществе никогда не существовало. У них всегда была горизонталь. Украинская вольница. Вот между этими двумя государствами, где, вот, где опричнина вот здесь, там Речь Посполитая такая. Тут вольница абсолютная и казахские общины. Вот вчера в нашем университете была лекция одной коллеги из Украины. Она очень здорово описала всю как бы архетипическую фигуру для украинской культуры Нестора Махно. Это как бы одна из центральных вот такой анархической фигуры. Неспроста вот такая фигура возникла, и причем с символическим названием Гуляйполе. Ну, есть такой город, ну, вот как бы, да, как местность из Гуляйполя. И вот она сделала вот как бы, да, историческую цепь такую. Казахские общины, казацкие общины, Нестор Махно, как бы, да, и идеологическом смысле, и Майдан. Такого, как бы, да, русской цивилизации нету. Там совершенно другие, как бы, да, архетипы, конкретная вертикаль, имперское расширение и как бы цветущая сложность. Это уже 19 век, это понятие, которое как предвосхитило нынешнее евразийство. Евразийство само возникло в начале 20 века, как бы, да, как бы вопреки, в пику большевизму, но потом стало ясно, что как бы большевики сами как бы пришли к этим идеям евразийства, и сейчас мы видим уродливое воплощение вот этих идей романтиков князя Трубецкого, музыковеда Сувчинского и других, как бы, да. А Константин Леонтьев, который жил гораздо, полвека раньше их, и он определил это понятие «цветущая сложность». То есть, по его мнению, это все цивилизации, которые вобрала в себя Россия, все соки, все как бы этносы, они, воплотившись в один золотой синтез, становится цветущей сложностью. Ну, мы видим в виде Шойгу, Рамзана Ахматовича Кадырова, там, ну вот, и разных вот таких воплощений. Элементы цветущей сложности. Да, да, да. Ну вот, представьте, вот в таком трагикомическом виде воплощения своей идеи. Князь Трубецкой, наверное, перевернулся в могиле, там, не знаю. Но в любом случае такого в украинской культуре нету, не было. И там постоянно из разных этапов, разных поколений все полное стремление вот такой свободе и даже вот анархии, да, такой, которая для русской цивилизации просто кошмаром является. Смутой. Да, да, это кошмар просто. Поэтому эти две цивилизации, эти две культуры нам необходимо обязательно дефинировать, точно знать. Языковая близость, она да, существует, но у них украинский язык, в общем-то, близок и к польскому. Мне украинские друзья говорили, что им достаточно побыть несколько месяцев в Польше, допустим, и они овладевают языком, это как бы, да. Это тоже вообще судить просто о близости языков сразу же, как бы цивилизационную близость, я бы не поторопился, потому что у нас тоже как бы, да, очень близкие языки, как бы, да, с Турцией, да, с турками. И сейчас у нас прекрасные отношения с Турцией и как бы союзники самые настоящие. Эльгин, но я хотел бы перейти сейчас вот именно к Азербайджану. И я знаю, что ты пишешь сейчас монографию, это твоя тема, именно вот Азербайджан и музыка Азербайджана на стыке трех цивилизаций, да, тюркского мира, персидской цивилизации и
российского или славянского мира. И я, мне вот интересно, как ты видишь, вот мы выяснили, да, что все-таки русские и украинцы — это две разные цивилизации. Вот Азербайджан, который находится на стыке этих цивилизаций, да, столетиями, как ты видишь, как повел себя Азербайджан в данной ситуации, именно вот в этой войне между Украиной и Россией, и каким образом это, ты думаешь, дальше будет отражаться на, ну, непосредственно уже на развитии и на истории Азербайджана? То, что сегодня происходит. Азербайджан исторически и по своему расположению, геостратегическому расположению, и как бы, да, по нашему, как бы, да, народу, населению, как бы, да, который состоит из очень многих этносов, действительно, по-настоящему, Азербайджан всегда выполнял роль большого такого медиатора больших пространств. Вот вы упомянули мою работу. Это работа как в моей жизни. Я об этом долго думал, рассматривать развитие культуры через перспективу не только культурологии, не только музыковедения, да, а интердисциплинарно, через исторические процессы, социальные процессы. Вот Азербайджан последние 200 лет, если взять, вот в моей работе рассматривается этот период, находился между тремя большими цивилизационными векторами. Как бы, да, Иран, Персия, с которой мы, как бы, да, были единым началом вплоть до 19 века, Азербайджан, как бы, да, волей судьбы, приходом России, как бы отделяется от этого вектора немножко и попадает в совершенно другой стык трех таких больших цивилизационных линий, и происходит изменение, то есть самоидентификация и самоосознание роли медиаторов. Наша культура именно так и сформировалась. Сейчас, как бы, если рассматривать сегодняшние процессы, конечно же, после ярчайшей просто кампании, я просто уверен, я не военный историк, но я вот просто уверен, что кампания 2020 года, она попадет во все учебники, уже попала, и исторические точки зрения тоже ее будут очень долго рассматривать, и как невероятную кампанию. После нее роль Азербайджана, конечно же, обрела совершенно новый смысл. Мы от разбитой в 93-м году страны, которая потеряла 1/5 часть своей территории, которая была на грани расчленения фактически. Сотни тысяч беженцев. Да, да. И внутренний раскол в народе. Мы, преодолев вот этот действительно катастрофический кризис, обрели совершенно новый смысл. Сейчас Азербайджан играет роль медиатора во всех этих процессах. И я думаю, что... Скромную роль. Достаточно скромную роль пока что, но это рассчитано на большие перспективы. Опять-таки я говорю, что роль медиатора и тот проект будущий, который... как бы, да, планируется Туран, о котором говорилось. Это, конечно же, не тот, как бы, проект романтический, который возник славянофильство, мы знаем, вот такого же плана, да. Такие параллели, я в одной статье, кстати, писал об этом, что тот проект Туран, который, ну, как бы, готовится, делается, он имеет, да, такие же корни романтизма, как пангерманизм, как панславизм, но и не имеет никаких таких целей, потому что сегодня 21 век, мы все поняли, что эти идеи заканчиваются крахом, как панславизм закончился. То есть там нет фашизма? Нет, там нет вообще этнического смысла какого. Это сугубо логистический проект,
скажем так, да, больше. Да, есть бизнес, торговля, логистика. Он как бы связывает огромное пространство Евразии, обходя как бы север, скажем, политкорректно, да, и вплоть до Атлантики. Как бы и исторически так было, так сложилось, что как бы, да, культурные процессы развивались вокруг логистики, логистических линий. И в этом смысле у Азербайджана очень большие перспективы, я надеюсь, и большие шансы сыграть свою историческую медиативную роль. Я очень рад, что Азербайджан сегодня на правильной стороне истории. Мы всецело, целиком поддерживаем Украину, ее народ, на уровне и власти, и общества, и интеллектуалов, и оппозиции, и всего народа в целом. Если в нашей стране есть, как бы, да, сторонники, очарованные Путин-Ферштейнеры, так сказать. Путин-Ферштейнер — это понимающие Путина в Германии. Сторонники Путина, фактически. Да. Конечно, у нас тоже, наверное, есть. Ну, есть. Но их... Они не в большинстве, и слава богу. Самое главное — быть. Но с Россией Азербайджан тоже осторожен. То есть Азербайджан пытается, знаешь, мне кажется, как-то вот пытается развить себя такую мини-Швейцарию между Западом и Россией, чтобы иметь отношения и с Западом, и с Россией. Я не знаю, насколько это получится. Этот железный занавес, когда упадет, то есть на какой стороне будет Азербайджан, но мне кажется, что Азербайджан пытается все-таки устоять. Потому что все-таки, в тех стульях. Ну да, ну как бы Россия — это большой северный сосед, там живет 2-3 миллиона азербайджанцев. Россия будет играть огромную роль в, скажем так, завершении нашего конфликта с Арменией, да, по поводу Нагорного Карабаха. И поэтому я думаю, все это все-таки, ну, и правительство учитывает, и общество тоже. Безусловно, но я сказал, историческая роль Азербайджана — это медиатор между разными цивилизациями, между разными геостратегическими векторами, геокультурными векторами. И, конечно же, север для нас очень важное направление в любом случае. Но я еще раз подчеркну, очень важно, очень крайне важно всегда быть на правильной стороне истории. Потому что есть примеры огромных стран, огромных держав, когда они были не на правильной стороне истории, и это обернулось катастрофой. Плохо заканчивалось. Элементарно. Наш союзник, Турция, Османская империя, в 2014 году это была катастрофа. То есть это было абсолютно неверное решение младотурок вступить в Первую мировую войну неподготовленными. И в результате Османская империя, ее стерли с лица политической карты мира, и вообще Турции как страны могло и не быть. Чего не сделали уже во Второй мировой войне. Уже был опыт. И сейчас тоже чувствуется, как Турция вот пытается, конечно, держаться как-то Турция, в стороне или в середине. Турция, конечно же, уже не такая осторожная страна во всех смыслах, скажем, политкорректно осторожная, 30, что было 30 лет тому назад. Сейчас она обретает уже действительно, как бы, да, очень большой свой исторический масштаб. Ту роль, которую играли османы, современная Турция уже пытается, как бы, да, занять вот эти роли, и ей это удается. Но и Азербайджан очень важный союзник в этом смысле. Мы тоже не те, которые, ну, 93-й год, этот страшный год разлома, мы тоже не те. У нас тоже есть очень много козырей, которые действительно делают нас притягательными и важными для всего региона в целом. Ильмир, у нас, я думаю, что есть еще определенная аудитория в Армении, да, и отчасти, и поэтому я тоже хочу делать передачи на русском, чтобы я приглашал и армянских экспертов, и азербайджанских.
И раз мы заговорили об Азербайджане, я еще хотел бы, чтобы ты, может быть, в конце нашей передачи сказал бы свои мысли об Армении. Именно в том смысле, что ты думаешь, учитывая все, что, о чем мы сегодня говорили, учитывая эти большие процессы, которые происходят, как ты думаешь, как может разумно, рационально в своих интересах и в интересах мира в регионе поступить сегодня Армения? Как она может выстроить свою политику так, чтобы нам наконец-то удалось бы прийти к миру и согласию, и к взаимному признанию наших границ и территориальной целостности и Армении, и Азербайджана? Мир обязательно должен наступить. В конце концов, наш регион должен обрести стабильность. Я думаю, что в Армении уже пришло осознание того, что та линия, которая была взята в 90-е годы, та линия, которая свергла президента Леванта Петросяна, который уже осознал в 97-м году порочность этого пути. Это же действительно такой очень мудрый государственный деятель был. Он выступил со статьей о том, что необходимо прийти к миру. И я думаю, что наши соседи, армяне и армянское общество, сделало большие выводы за эти полтора года после кампании 2020 года. Конечно, должно пройти время. Конечно же, для осознания, полного осознания потребуется значительное количество времени, потому что 30 лет — это не шутки. 30 лет, которые затяжной вот этот конфликт, который просто, я думаю, что он сказался на армянском обществе, состоянии страны, оказал просто очень-очень колоссальное вот такое, ну как сказать, сейчас эта страна на грани как бы, да, уже большой катастрофы. Если не признавать друг друга, в регион не может наступить мир. Этого должны понимать уже все армянские политики и общество. У нас другого пути нету. Единственный путь к стабильности и сотрудничеству взаимовыгодному — признавание друг друга. Это обязательно должны осознать наши соседи, и Азербайджан последовательно ведет эту линию. Я очень надеюсь, что у нас наступит долгожданный мир настоящий. Да. Ну, не может, да, маленькая страна претендовать на территории, иметь претензии, территориальные претензии к двум-трем своим соседям. То есть это на самом деле такая простая истина, да, но... Очень простая. Я думаю, что, не знаю, это история такая, такую злую шутку иногда играет, да. Что, ну, наши соседи... Ты не знаешь, где это начинается, где это заканчивается, и это вот такой, ты в такой входишь в негативный поток, который, ну... Но наши соседи могут сделать выводы от действий северного нашего соседа. Мы опять возвращаемся к тому, что украинская вот эта война, вот эта катастрофа, она изменила сознание многих. Для многих государств мира только сейчас приходит осознание о том, что такое территориальная целостность, насколько это важно, актуально. Я как культуролог, я абсолютно понимаю, что любые границы, они искусственны. Любая граница, она очерчена человеком. Не Господь Бог же прислал эти карты нам, правильно? Мы сами нарисовали. Окей, если мы нарисовали, по крайней мере, в пространстве Европы есть Хельсинская хартия 75 года о том, что территориальная целостность не может быть изменена. Мы можем поднять эти границы. И мы видим, что происходит, когда одно государство начинает считать, что часть другого государства, конечно, является, конечно, их, потому что 100 лет назад так было, потому что 1000 лет назад так было. Россия с Украиной — это ярчайший пример для наших соседей. Испанский опыт сепаратизма каталонского — это ярчайший пример для наших европейских друзей.
которые иногда ну, спорили с нами, говорили, как только в Испании произошла вот эта угроза, скажем, да, целостности государства, что мы увидели? Мгновенная реакция государства. Ведь если вот так посмотреть, в Каталонии прошел как бы, да, референдум, там это было как бы, да, легитимно, как бы, да, народ изъявил свою волю. И что? Ничего. Государство не может, никакое государство, ни демократическое, ни полудемократическое, ни так называемое авторитарное, никакое государство. То есть мы все должны делать выводы от этой катастрофы. И украинцы, и азербайджанцы, и армяне, и русские, все, особенно постсоветские страны. Я очень надеюсь, что наступит мир на Кавказе. Да, я тоже хочу сказать, что Эльмир, ну, как бы наша организация, моя организация, которую я основал, мы тоже пытаемся, то есть создать разные возможности для диалога между армянами и азербайджанцами. Я не думаю, что прям мы прям во всем должны соглашаться, но я думаю, что очень важно общаться и попытаться снова посмотреть, да, услышать друг друга, понять друг друга. Мне кажется, иногда наше общество просто не слышит, не понимает друг друга. Эльмир, спасибо тебе большое. Благодарю. Я хотел бы обратиться к телезрителям, к нашим зрителям. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал «Дага Яхши», ставьте лайки и посылайте через WhatsApp и так далее эту передачу своим друзьям, знакомым. Спасибо, и спасибо тебе, Эльмир, еще раз.